Всем привет! Канал Викринг! Золото, золото, золото! Ес, ес, ес! Не переключайся! Смотри сюда! Здесь колокольчик! Здесь реклама в конце! Подписываемся! Советуем! Друзьям, знакомым, бабушкам, дедушкам, прабабушкам, всем своим друзьям и знакомым, всем, даже кого не знаешь, пиши про наш неимоверно крутой канал! Мы нуждаемся в твоей помощи! Сегодня обнаружили то, что вам никто никогда не покажет! Наш советский солдат-герой! В лесу увидел, как на него по прямиком выходит, выезжает огромный немецкий танк «Тигр». Что он сделал? Он достал свой патрон и пытался его вставить в свое противотанковое ружье. Но неожиданно этот поганец офицер с «Тигра» заметил нашего героя и прямой наводкой выстрелил по него. Огромный снаряд попал в дерево и щепками, и мелкими осколками посекло нашего героя. Почему я так рассказываю? Вы скажете, фантазер. Нет, ребятушки, смотрите сюда. Этот патрон, он был патроном, этот выпал наконечник. Смотрите, весь побит. Видите, он побит осколками. Ну, это сейчас я лопатой зацепил, когда выкапывал. Смотрите сюда. Капсуль целый, он не выстрелил. Год. 4-2-42. Вверху стоит тройка. Здесь троечка. Вот представьте себе. Наш герой, посеченный осколками, весь в крови, был спасен. Его друзья отправили в лазарет, и он выжил. Немецкий тигр был спален, в конце концов. А этот артефакт, который пролежал десятилетия в глухом лесу, в чащобе, сегодня был нами обнаружен. И мы презентуем вам эту неимоверную находку, реальный артефакт. Когда мы находим такие вещи, мы говорим, что только порядочные люди... Люди, у которых деды не были полицаями и не прислуживали у фашистов, ставим лайки. Те, кто знает, что их деды предали свою страну, родину, служили полицаями, мучили людей, грабили их, а может быть, это вообще были эсэсовцами, ставим дизлайк. И мы как раз посмотрим, кто у нас, кого у нас, ребятушки, больше, честных людей, чьи деды воевали, или такой разной... мерзости, которая служила предателям, которые стали предателями и ворами своего народа. Ну ладно, ребята, это первое. Второе. Сегодня, после долгой молитвы, церковь Святого Покаяния выехала на утренние ранние раскопки. Солнце только всходило, еще было темно. На улице, в лесу был мороз. Иней и реально холод. И наша команда... уверенно идя по лесу, обнаружила неимоверные сокровища. Вот они, ребята, серебряные монеты в горшке. Да, в это сложно поверить. Это реальный клад. 25 тысяч долларов, понятное дело, небольшие деньги. Но для музея такая экспозиция станет хорошим началом, чтобы вы изучали историю, чтобы у вас был активный отдых, чтобы вы, в конце концов, слезли с печи и перестали писать разные пасквили. Вы же знаете, что Церковь Святого Покаяния знает, что ваши души пусты, что их нужно наполнять Святым Духом, что Господь должен войти в ваше сердце. Поэтому давайте, ставим лайки. Сейчас создается уже сайт, будет Android-приложение Церкви Святого Покаяния. Не стесняемся, помогаем деньгами. Есть деньги, сделай доброе дело. Слезь с печи и переведи, сколько у тебя есть, доллар, два, три. Неважно, пойди сдай бутылки, которые ты с боярышника, и переводи деньги, не стесняйся. Мы, ребята, думаем, как же сделать так, чтобы вам было очень интересно, и чтобы вы не стеснялись переводить нам деньги и смотреть это видео до конца. Сейчас мы вам покажем реально, в чем был этот клад. И не забывайте, я еще не забыли сказать вам про этот слиток серебра, кстати. Сколько в нем, я не знаю, ну, наверное, на скидку грамм 300 точно. Это, ребятушки, все. Да, это не фольга, некоторые говорят. Вы делаете все с фольги, и потом это заматываете. Я просто хочу показать, что это реальный, реальный слиточек серебра. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу. Здесь стали вопросы такие нам поступать. Перед этим был стрим. Стримчик у нас, что нет, ребята, у вас никакого горшка. Сейчас я сделаю глоток за вас. Наши зрители канала Викринг. Это люди, лучшие люди, которые есть на Ютубе, которые смотрят наш канал, которые на нас подписываются. Мы вам говорим, ребята, вы лучшие люди, потому что мы за вас молимся и утром, и в обед, и вечером за ваши семьи, за ваших детей, чтобы у вас всю жизнь было супер, чтобы ваш бизнес, да, конкретно ваш, вот тот, кто сейчас смотрит, чтобы у него все было в порядке, чтобы дети росли здоровыми, умными, чтобы поступали в лучшие вузы,
были супер топ-менеджерами крутых корпораций, чтобы они вас радовали своими яхтами, машинами, чтобы они дарили это все вам, вам, дорогие родители, которые их нарожали. Поэтому мы сейчас подымаем бокал за вас, а вы знаете, это безумный викринг. Пиво, которое стоит $350, реально не каждый может себе позволить, но мы поднимаем бокал за вас и сейчас не переключаемся. Будут реальные разбиты эти горшки, которые мы выкапали сегодня. Все будет самое лучшее, самое интересное. Ну что, ребята, достаю этот неимоверно крутейший кувшин, потому что хочу развеять сомнения у тех, кто говорит, что нет у вас никаких кувшинов, ребятушки. Мы уже помыли кое-что, поэтому давайте смотрим, ребятушки. Вот, ребятушки, что здесь у нас было. Тяжело в это поверить, я понимаю. Но оно-то реально. Да, кстати, вот такой еще был какой-то непонятный артефакт, еще не знаем, что это. Будем обращаться к экспертам, да. Да, ребятушки, это реальность. Вот она, смотрим. Крутейшие артефакты. Крутейшие, просто супер. Сюда вот так, это сюда. Вот смотрим. И знаете что? После таких реально, вот видишь, когда обжигали, в керамику всегда что-то добавляли. Когда обжигали, выгорело изнутри, прям видишь? Там какое-то было ли другое тесто, в общем, интересно очень. Короче, ребятушки, это супер артефакты. Реальные находки. Ну что скажете по этому поводу? Еще доставать остальные части? Или хватит и этого? Пока достаточно. Лучше, Петрович, расскажите, как мы это все нашли. Где, ребят, это было спрятано? Я вам скажу так. Это вы посмотрите в полной части, как команда Викринг выкапывал эти неимоверно крутейшие артефакты. Это нужно просто видеть, потому что это реально невозможно. Когда мы это находили, это просто я заорал. Золото! 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 Мои глаза подкатились, руки трусились. Я понимал, что в музей получит не меньше $50,000. К сожалению, после звонка нашему эксперту он сказал: «Ребята, хочу вас разочаровать, $25,000». Ну что я могу сказать? Любой теперь этот музей будет просто завален, школьники побегут туда толпами. Вы на самолетах будете лететь туда, чтобы увидеть это, подержать. Вы представьте себе, берешь монету вот такую крутейшую и понимаешь, что жизнь удалась. Где тебе ее дадут и подержать, посмотреть? Изучаем реальную историю. Вот так, ребята, вместе с нами слазим с печи, активный отдых, давайте, свежий воздух. Я скажу больше, с этой стороны есть изображение. Я вижу корону, я вижу, ребятушки, профиль короля. Представьте себе, на лошади, как он скакал, не знаю, видно, не видно. Но вот я покажу толщину. Многие говорят, ваши все монеты, вот почему мы сегодня нашли такой немеренный клад и показываем вам его с близоты. Я даже сделаю вот так, послушайте звон. Слышите? Так не особенно. А так, многие не в дахе говорят, это не монеты, у вас все это конфеты и фольга. Я скажу, ребятушки, так, честно и откровенно, да, это фольга с под конфет. Посмотрите, сколько здесь фольги, на $25,000. Это реально крутизна. Посмотрите на это серебро. Если я сейчас буду показывать вам их с близоты, вы не поверите своим глазам, насколько эти монеты старые, насколько они тонкие. Сейчас одну взял, она прям погнулась. Их нужно брать аккуратненько, вот так вот. Здесь орел, ребятушки. Здесь, а кстати, ну, здесь год стоит 1500. Вот это да. Вот, 1559. 1559. Посмотрите сюда. Здесь она погнутая, и на ней изображен король на лошади в доспехах и с мечом. Кто вам такое когда-то показывал? Вам рассказывают разные сказки. Я боюсь вам показывать. У меня это потом заберут. Не надо ничего забирать. Передавайте в музеи. Честно работайте, ребятушки. Будьте такими крутейшими поисковиками, как мы. Смотрите наше видео. Ребята, самое главное, не забываем. У нас колокольчик. Подписываемся сюда, сюда, сюда. Смотрим в конце видео. В конце каждого видео супер реклама наших топеровских видео. Это и корону короля. А, еще не видели короны короля? Это же неимоверная сенсация. Когда мы ее выкапывали, когда мы ее находили, холодные капли дождя лупили по спине. Небо плакало, когда это золото доставалось из глубины. Вековые! Представьте себе, веками оно там находилось. Мы достали.
Этот огромный рыцарь-король скакал на лошади. Викинги-наемники с камышей устроили ему засаду и топором быстро срубили ему голову. Она покатилась в кубарем, и вместе за ней срубленная корона, ребятушки, напополам. Это неимоверная сенсация. Золото, золото, золото. Викинг!